Алло, Женя? Женя, коляску хорошую нашел. В магазине красная и цена недорогая, скидка 50%. Красная, это, ну, хорошо, конечно. Только я тебя прошу, давай, давай сейчас не будем этим заниматься. Я понимаю, что распродажа, но это плохая примета. Прекратите! Перестаньте! Дети! Как дети! Женя. Так, так, оставайтесь, Женя, здесь, вам туда нельзя. Слышь ты, кризис! Спокойно! Я не уйду отсюда, пока ты не отдашь мне мои деньги. Если через 3 дня у вас не будет приемных родителей, нас отправят обратно. В детский дом, да? Мы хотим, чтобы вы стали нашими родителями. Но это на время, пока мы других не найдем. Все дети прошли через психиатрическую клинику. Нет, мы не собираемся пересидеть свои трудные времена в семейном доме. Мы намерены туда прийти надолго. Учись, пока я живой. Андрей Мерзликин, Виктория Толстоганова, Валентин Гафт. В фильме «Семейный дом» на телеканале «Барс».